здравствуйте! Сегодня вам расскажу, как сделать мощный электрический генератор. У меня есть моторчик, диодики. Это электрическая лампочка от машины. У меня есть деревянный кружок. Отвертка. И железная рука. Сейчас прикручу деревянному кружочку металлическую ручку. Посмотрите, как у меня получилось. Я прикручу мотор этим шурупом к этой дощечке. Теперь я закреплю автомобильную лампочку. Сейчас я провода лампочки соединю с проводами мотора. Кружочек с шурупчиком я прикреплю к крутилке. Теперь деревянный диск я соединю с мотором. Видите, какие мощные вспышки получаются с помощью генератора. Если бы я мог крутить очень быстро и постоянно, то лампочка бы светила очень ярко. Мощный генератор я сделал. Пока.